Верните землю, восстановите инфраструктуру и прекратите незаконное строительство. С такими требованиями под стены областной прокуратуры пришли жители Овидиопольского района. Люди требовали от прокурора области остановить незаконное строительство компании «Экоёлка» и обратить внимание на проблемы Радужного и Червоного хутора. Забрали отопление, кочегарку продали. Люди остались, многие, все остались люди без отопления. В настоящее время половина жителей сидят в холоде сейчас. Был детский садик, разгромили, разрушили, потом под конец сожгли детский садик. Нету ни милицейского отделения милиции, ни пункта нету медицинского. Это тот же знаменитый наш Райчук, областной депутат, который пришел, сделал там организацию «Одесса Агрогаз» и забрал все земли себе, забрал земли, майно, фермы. По словам жителей Червоного хутора, участки земли были приватизированы незаконно. Проблемы жителей поселка начались еще в 90-х, но решать их представители правосудия не спешат. Впрочем, как и другие проблемы жителей Овидиопольского района. По Радужному нет объектов социального значения, поэтому пришли, люди собрались тоже. Решить этот вопрос, задать вопросы, почему нет никакой реакции. Беспокоит людей незаконное строительство в Черноморке. Там компания «Экоёлка» без разрешительных документов возводит жилые строения в санитарной зоне. Люди, пришедшие к облпрокуратуре с плакатами, устали от отговорок и потребовали встречи с прокурором области.